Пластиковая бутылка. Это стеклянная бутылка. Это алюминиевая бутылка. И яблоко. Хорошо. У каждого у вас есть на парте вот такие карточки. Вы видите? Да. Возьмите, пожалуйста, их. И здесь у вас написаны периоды. Вот попробуйте составить. Любовь Романова всегда творчески подходит к построению урока. В поселковой школе Барышского района она преподает математику и иностранный язык. Также ведет кружок робототехники. В профессиональном конкурсе учитель пробует силы впервые. На уроке в Дворце творчества детей и молодежи Любовь показала местным ребятам, как строить машину для уборки мусора. Главный лейтмотив урока – бережное отношение к природе и разумное потребление. Урок прошел в целом хорошо. Ребятам очень понравилось. Я думаю, что я смогла их заинтересовать. Пока учитель увлеченно рассказывала о природе и технологиях и наглядно показывала, как создавать машины, за уроком следила комиссия. Конкурс «Сердце отдаю детям» считается самым важным в системе дополнительного образования. Участие в нем помогает раскрыть педагогический талант и заявить о себе. В этом году в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» приняло участие на заочном туре 55 человек, что, собственно, показывает то, что интерес к конкурсу растет, и каждый год количество участников этого конкурса растет. А в очный тур у нас вышло 14 участников. Участники выступили в трех номинациях. Это профессиональный дебют, работа с особенными детьми и образование по направленности. Виктория Чиркова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.